мои дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Светлана, и вы на моем канале «Сад Света Светланы». Я живу в Украине, в городе Харькове, и мы не на моей даче, а мы приехали к Вадика друзьям. Вот я уже неоднократно на своем канале говорила, что 80% хвойных на нашей даче именно вот от этих ребят, друзья. И сегодня мы, конечно, не могли упустить такую возможность, приехав к ним, не снять вам и не показать, какое многообразие вот разных хвойных и не только хвойных, да, у ребят есть. Вот уже начался сезон, так что кто проживает в Харьковской области, в Харькове, пожалуйста, дадим контакты все, а сейчас вам покажем, что же у них есть. Но это не весь ассортимент, да, Сереж, еще будет... Ягодных. Еще ягодных будет много. Ну вот, друзья, смотрите, цветущие. Сейчас прямо по кадру это у нас той смарагд, правильно? Малюсенькие еще, совсем маленькие. А, Сереж, это вообще какой возраст их, как ты думаешь? 2 года. 2 года вот это. Вот, а высота? До 50, 40, 50, 38. Сантиметров. И что я хочу сказать, друзья, вот смотрите, вот если вы купите вот такое маленькое растение, приживаемость будет не 100%, а 200%. Вот это самое нерискованное приобретение. Вот такие маленькие растения приживаются в любом саду всегда. Ну, пойдемте дальше, посмотрим, что же у нас есть еще. Так, это у нас Golden Globe, наверное, да? Нет. Нет? Это Даника Аурея, желтая. Желтая Даника, это маленькая, да. Очень красивая. Даники, друзья, они очень компактные и самые неприхотливые шариков, еще и это и невысокая форма. Вот это, обратите внимание, это пихта кавказская. А у нее есть название или она так и называется? Пихта кавказская. Но она высокая вырастает, да? Да, пихта кавказская. Несмотря на то, что она вырастает высокая, все хвойные растения совершенно спокойно можете прищипывать, можете формировать их крону и не давать им разрастаться, друзья. Вот я уже неоднократно, вы, кто у меня на канале давно, видит и знает, что я совершенно не боюсь ни стричь, ни сдерживать форму растений, даже если у вас небольшие сады, можете приобретать. А вот с левой стороны это у нас корейская пихта. А чем они отличаются, Сереж? Шишкой. Шишка, это на вот это на коре. Не это красная, по-моему, да, что-то? Есть кори. Ну, в общем, друзья, шишка. Мы, знаете так, это еще и новинки, да, у вас такого не было. Можете посмотреть, это пихта корейская. Можете посмотреть в интернете, как она выглядит. Вот я поставила 2 экземпляра, это уже такие, видите, это сколько им лет, Сереж? 5-7 лет. 5-7 лет, вот смотрите, высота их, наверное, это уже 60 сантиметров, да? Да. Вот отличие, это кавказская пихта. А это корейская. Вот, друзья, обратите внимание. Иголочки. И у разные, корейской, да? У нее внизу, видите, вот такой вот налет серый. Очень красивый. И она такая более плотная, а кавказская мягенькая-мягенькая вообще, очень мягкая. Вот они немножко отличаются, видите, формы у них. У меня, кстати, на участке, я в прошлом году у вас покупала маленькая, такая компактная, вообще такая. Она достаточно медленно растет. Ну, вот такой тоже экземпляр, очень интересный. А вот внизу, смотрите, я подставила, это маленький экземпляр. Это у нас Lime Glow, да? Holger. Нет. А, это Holger, друзья, смотрите. Красивая у него такая желтовато-лимонная, вот приросты молодые. Очень красиво. Но на Lime Glow он тоже чем-то похож. А, вот Lime Glow, вот, смотрите, он более насыщенный. Вот если их 2 рядышком поставить, смотрите. Вот это Holger, вот это. А вот это Lime Glow. Lime Glow у меня есть на участке. Посмотрите, какой потрясающий голубой кипарисовик блом, друзья. Вот я, честно, первый раз такой вижу, да? Я еще такого нигде не встречала, кипарисовик. Но он у нас зимует, да, в наших условиях, но это в условиях Украины. Конечно. А как вот если там Россия, средняя полоса? Неизвестно, да? Я думаю, без проблем. Средняя. Ну, вот наши температуры выдерживают. Очень красиво. У нее такая вот интересная вот такая вот крона какая-то такая вот, да? Нарядная. Внизу это у нас Даника Аурея. Вот у нее такой, видите, слегка лимонный оттенок. Очень красиво. Вот я не просто так поставила их рядышком. Смотрите. Вот можно высаживать композиция голубой. Это у нас Toya Gold Smaragd.
маленькая. Вот смотрите, как красиво смотрится желтое, голубое. Вот это внизу маленький, это у нас Блюстар. И Блюстар, вот это, да, тоже. Посмотрите, друзья, а вот это, сколько этому лет? 10-12. 10 лет, посмотрите, какое потрясающее растение, очень красивое. И он, кстати, вроде бы на первые ощущения колючий, но на самом деле не колючий. Это не такие иголочки, об которые можно вот уколоться. Очень шарик компактный. Вот если композицию составлять и его высаживать, будет потрясающе. Вот у вас в кадре еще здесь. Это азалии двух видов. А сорт мы не скажем, да? Нет, на этом что-то есть. Так, это у нас азалия. Ну, я, к сожалению, не увижу. Там от белого до темного все сорта есть. Ну, очень разные у них листочки, да? Да, конечно. Вот они так и есть. У этого мелкие листочки, а у этой азалии более крупные. Так, пойдемте посмотрим на сосны. Посмотрите, пожалуйста, на это чудо. Друзья, это растение перед вами называется сосна кедровая корейская. Вот это растение, если вы приобретете и посадите у себя на участке, увидят ваши пра-пра-пра-пра-пра-внуки, потому что эта сосна растет до 600 лет. У нее невероятно приятные, вообще не колючие иголки. Вот вообще я дотрагиваюсь, такое впечатление, что это вот на какая-то трава, мягкая-мягкая. Ценится эта сосна кедровая корейская за свои кедровые орешки, друзья. Размеры этих кедровых орешков достигают вот 1,8-2 сантиметра. А в ширину они сколько там? 1,3. 13. Это получается... Миллиметров. Ух ты, ничего себе, это вот такой вот получается... Да нет, ну тут и показала. Ну а сколько 13? Ну вот такой, да, длинный? 1,3 сантиметр. Шишки еще большие, до 15 сантиметров. Еще и шишки большие. Нет, друзья, как-то... это потрясающее растение, которое стоит купить... Быстро до 40 метров. До 40 метров. Ну, это вообще относительно быстро. Потрясающе, я тоже такого не видела. Но что меня восхищает, это то, что совершенно не колючие иголки. Минус 50 выдерживает. Минус 50 градусов выдерживает. Вообще. Так что средняя полоса и в России, друзья, приобретайте совершенно спокойно. Вот эти маленькие подушечки, но они еще микроподушечки, это ель канадская Альберта Глоб. Очень компактное растение, друзья. Не превышает его размер 80 сантиметров на метр. Вот кому нужно медленно растущее и такое, чтобы оно не разрасталось, возьмите себе на вооружение. Вот обратите внимание, когда идут приросты, они немного более светлого цвета. А так вообще темно-зеленая хвоя и не колючая. Такое колючее, но не колючее. Не сильно колючее. Не такое, как барбарисы. Многим, друзья, известна ель канадская коника. Вот она у меня растет на горке. Вы неоднократно, кто смотрит мою альпийскую горку, и когда я обзор сада, я по-любому попадает она в кадр. Вот это ель канадская коника обычная. А вот эта маленькая внизу, друзья, вот я подставлю рядышком их. Это ель канадская Рейд Бовс Энд. Посмотрите, у нее необычайно красивые желтые приросты. Конечно, это потрясающее зрелище, когда вот новые веточки выходят, и они такого желтого цвета. Это такое нарядное, создается вот ощущение того, что вот такое будет впечатление, когда вот это будет приросты, что у вас цветет ваша ель канадская коника. Вот, друзья, возьмите на заметку. Обычная ель канадская коника. У нее тоже красивые очень приросты. Она такая нежная, не колючая. А это ель канадская коника Рейнд. Бовс Энд. Очень часто на канале вы меня спрашиваете, какие растения можно и нужно высаживать в качестве живой изгороди. Друзья, вот я сейчас выставила вам вот эти горшочки. Это туя Брабант. Самая быстро растущая туя, которую используют в качестве создания зеленой изгороди. А туя, она западная или восточная?
Надо будет посмотреть. Ну вот, друзья, именно туя брабант, она вот быстро-быстро растется, шикарно стрижется. Из нее получаются потрясающие изгороди. Кто планирует живую изгородь, туя брабант. Друзья, готовы увидеть еще одно вечно зеленое, красивое, потрясающее растение? Вот оно. Это лавра вишня. Кожистые листья. Эти листья лавра вишня на зиму не сбрасывает. Вот именно эти экземпляры уже зимовали просто на улице. Вот смотрите, как они потрясающе выглядят. Здоровые, красивые, сочные, как фикус, да, похоже? Очень. Кроме того, смотрите, растение лавра вишня не вырастает выше 3 метров. Прекрасно поддаются стрижке, формирующей стрижке. И плоды ее, вот кто захочет, загуглите. Они, по-моему, лекарственные, ценятся очень за свои какие-то вот, ну, явно хорошие качества. Но вообще, конечно, очень выглядит, ну, правда, как фикус. Вот такое вот интересное растение, красивое. Вот, обратите на него свое внимание. А вот здесь, друзья, посмотрите, я выставила вам барбарисы. Уже было одно у меня видео, ездили мы в садовый центр, я вам показывала, как красиво ребята сделали изгородь. И вот меня спрашивали, сколько нужно экземпляров для того, чтобы сделать красивый вот, ну, или изгородь, или вот какое-то, может быть, обрамление цветника, тоже будет очень хорошо из барбариса. Вот смотрите, это зеленый обычный, вот здесь двухцветный, бордовый, у него желтый кантик. Вот Вадик ближе покажет сейчас, смотрите, какой красивый листик. А вот это у нас Red Rocket, да? Golden Rocket, друзья. Rocket, это да. Такой точно, как у меня растет в саду. Вот тот желтый, который я вставлю фотографию посередине цветника, потрясающий. Вот такие можно 3 экземпляра и сделать ритмичную посадку. Что значит ритмичную? Зеленый, красный, желтый. Зеленый, красный, желтый. Подстригать их, сделать в одну высоту. Изгородь ваша из барбариса, вот из таких 3 экземпляров, если она будет метров 10, ну хоть даже и 5, она никого не оставит равнодушной. Сейчас в кадре Gold Smaragd. Туя Gold Smaragd. Друзья, посмотрите, как она потрясающая. Здесь, конечно, огромное количество, но она просто великолепна. Вот этот ее лимонно-желтый прирост. Потрясающе смотрится. И переходим дальше голубым. Вот это можжевельник китайский. Мейер. Да? Китайский? Да. Мейер. Вот это у нас Blue Star. Вот это... А как, это ель? Наверное, да, не деформис. Это ель, не деформис. Это все подушковидно, очень красиво. Но это, конечно, уже... взрослые растения. И вот это, видите, большие такие вот красивые ветки. Это уже большой можжевельник Мейер. И вот смотрите, я стою. Видите, этот можжевельник, он так и растет. Его не обрезали, не формировали. Вот как посадили эту веточку, череночек, так он и вырос. Высокий, прямостоячий. А вот эти, которые на заднем плане, видите, им уже делали формирующую стрижку. Они более такие вот раскидистые, у них такая вот, как цветы в вазе, вот стоят более в разные стороны. Но это по возрасту совершенно одинаковые можжевельники. Вот этот, который высокий-высокий, вот он, видите, какой. И вот этот вот рядышком в одинаковых горшках растут. Кстати, потрясающее растение, вот в качестве, знаете, посадить... тую смарагд, и как вот у меня в цветнике, и посадить этот, и не нужно не придумывать никакие арматурины привязывать, да, он достаточно желкий, жесткий и прямо стоячие у него стебли, такие они прочные. У кого маленькие сады, друзья, вот ну совсем микросады, у кого 1 сотка, 2 сотки, вот часто меня спрашивают, Светлана, вот что быть, хочется столько много растений, а вот у нас места очень мало. Вот самый лучший выход в этой ситуации, это покупать растения на штамбе, друзья. Вот посмотрите, вы посадили штамбик, а внизу вы еще можете посадить юку, мейра, сзади у нас туя. Смарагд Голд, да. А вот этот, сейчас я забыла сказать, это у нас можжевельник штамбовый Blue Spider.
Очень красиво. Это он будет еще разрастется и будет вот так вот спадать. Друзья, потрясающе. Вот кому хочется побольше хвойных, покупайте хвойные на штамбе. Вот это у нас, что это такое красивое? Боже мой. Кипариса викнана грацилис, да? Правильно я сказала? Грацилис. О, какая красота, он мягкий. Очень тоже красивый. Видно, на солнце концы желтеют, когда, да? При ростике желтенькие. Что, внутри зеленый. Потрясающе. Как? Мария Брегион. А вот это, друзья, посмотрите на это чудо. Это сосна Мария Брегион? Да. Очень красивый шар. Но вы ничего не делали с ним? Нет. Это штамбовый. Это штамп, и он такой компактный. Не стригли, не прищипывали, ничего. Прищипывали. Прищипывали, ну, да? Нет. Это когда уже в питомнике, штамп, да? Нет, это штамп. Очень красиво. А вот, друзья, посмотрите. Вот хозяева оставили себе экземпляр на своем участке и посадили Blue Arrow, обычный Blue Arrow, просто внизу оголили штамп. И здесь тоже можно, правильно, шариком стричь? Или вы еще просто не стригли? Не стригли. Не, ага. Стригли. Вот посмотрите, оно и понятно будет, что вот эти все приросты подстричь, и у вас будет такой же чупа-чупс, как и с той смарагд, которая есть на моем участке. Потрясающая идея, берите на вооружение. Опять же, это совет для тех, у кого маленькие площади, но хочется много хвойных на своем участке. Смотрите, какая красотка стоит. Это ель Сицилия или Цецилия. Ну, или Цецилия, или Сесилия. Ну, вот, можешь показать, вот как это вот написано. Видите? Вот. Очень красиво. Тоже, я так понимаю, она маленькая, компактная и шариком, да? Что она не будет сильно большая разрастаться. Ну, вот из таких. А вот эта какая потрясающая. Она, правда, у них стояла в тени. Друзья, она должна быть желтого цвета. Как она называется? Желтыми краями. Желтыми краешками. Карстен. Карстен. Это сосна Карстен. Ну, вот у нее тоже очень интересная. Тоже штамбовая, да? Штамбовая, да. И корилуган, да, как-то елевец. Корилуган. Ну вот давай вот так вот, да, чтобы смотрите, а то потом немножко буква стерта. Да еще и очки мы забыли. Вот обратите внимание. Тоже очень интересно. Посмотрите, такое вообще не спадающее. Это тоже штамбик. Кстати. И Вухакура Нишики мы покупали здесь же у ребят, у этих. Та, которую вы видите, пушистик. А вот, друзья, вот это можжевельники китайские, стрикта. Вот это обычный стрикта. У меня есть на участке, я уже показывала. У него такая сизо-зеленая хвоя. Но он такой достаточно колючий, объемный. Тоже поддается стрижке, формирующей стрижке. Совершенно неприхотливое растение. А вот это, друзья, потрясающе красивое. Поставлю. Смотрите, вот у него есть такие желтые вкрапления. Вот эта форма стрикты варигата. Вот он во взрослом растении будет, вот у него очень много приростов будет красивого, насыщенного желтого цвета. Очень нарядное растение. Потрясающее. Смотрите, уже готовая изгородь вот здесь, друзья, стоит. Ну, это, конечно, я шучу. Вот смотрите, это малыши Blue Arrow. Очень быстро растущий кустарник. Один из голубых, ой, кустарников, боже мой. Один из голубых можжевельников. Самые красивые, самые неприхотливые. Вот здесь, видите, очень важно, когда выбираете, кстати, растение хвойное, чтобы выбирали вы в один ствол. Ну, тогда у вас не будет проблемы с разваливанием и не нужно будет вам связывать. Ну, хотя у меня есть растения и с несколькими стволами. Связываю, абсолютно нормально растут. Очень красивое растение, достойное, чтобы жить в вашем саду. Посмотрите, друзья, на это чудо. Маленькое Но это еще чудо. Маленькое чудо. Это только-только начало формирующей вот стрижек и всего остального. Посмотрите, как красиво выделили веточки. Вот я так вот, Вадик, смотри, будет показывать вам, а я буду постепенно... Так а что это, смарагд обычный? Это смарагд, обычная туя смарагд, друзья. Посмотрите, что самое важное в деле садовода, любителя, который хочет чего-то необыкновенного, не бояться стричь и резать. Смотрите, как красиво, необычно. Кто поверит, те, кто не знает, что это туя смарагд, никогда не догадается и не поверит. Вот смотрите, такой экземпляр. Вот, сейчас вам покажу. Вот такой. Смотрите, как красиво. Оп. А тут можно сердечко еще и выстричь. Красиво. Так. Сейчас я еще вот такое покажу вам. Смотрите.
4 ствола. Видите? Ну да, оно еще будет расти и расти. Вот эти, да, вот Вадик хорошо заметил. Вот смотрите, вот эти все шапки со временем будут становиться все пышнее и пышнее. Вот это только-только начало. А потом вот это все растение, вот такое будет. Вот такое пышное. Ну, как у нас. Красивое, как у нас. Да, у нас, кстати, уже такие шары шикарные. Я их уже сколько стригла? Мы 3 года назад, да, брали, наверное? Ну, да, года 3. Да. Ну вот все они, это еще самые молоденькие. Вот и это очень красиво. А, ну я это показывала. Но любой экземпляр возьми, любой это шедевр. А вот простые, то есть. А ну, вот они же, ну вот, они да. Они же вот только из такого делают только, вот такие. Только это уже было растение повыше, потому что не на уровне верхушки, конечно. Оно где-то вот такое было, его начинали уже формировать. Вот обычная туя смарагд, это необычная вот туя смарагд. С той стороны больше. Да, а вот с этой стороны... Какая особенность туи смарагд? Кроме того, что она невероятно неприхотливая, и у нее еще природная форма, видите, такой правильный конус. Вот все они растут, все они безумно красивые, у всех у них правильная форма, красивая верхушка. Ну, самое важное, опять же, хорошо, если вам повезет, вы купите туи смарагд в 1 ствол. Но даже если у вас будет в 2 ствола, совершенно не переживайте, внутри можно хорошо связать стволик, и у вас растение не потеряет своей декоративности. Голубое, нежное, очень нежное, красивое чудо. Это кипарисовый горохоплодный боливар. Он у меня растет на горке. Я стригу его, придала ему форму, ставлю вам фотографию. Очень красивое растение, нежное. Были у меня с ним, немножко подгорал он, но сейчас я стала уже... ранней весной проливать приствольные круги, рассказывала вам об этом. И растения у меня уже не подвержены подгоранию, так я слежу. Очень красивое растение, друзья. Топиарную форму, если вы придадите кипарисовику горохоплодному боливар, это будет не менее потрясающее зрелище, чем все хвойные, которые вот сейчас у вас перед глазами будут. Посмотрите, вот сейчас... Вадик, видно, да, вот ты в камеру видишь, насколько красивые композиции можно создать даже из одних хвойных. Вот одно хвойное сизо-голубое, второе лимонно-желтое, зеленое, более голубое. Вставить туда барбарис красный будет потрясающе. И кроме того, очень стабильное место, в котором вы высадите эти растения. Оно будет декоративно в течение всего года. Друзья, надеюсь, что все хвойные и не совсем хвойные растения, которые мы сегодня вам показали, как раз будут в помощь вам перед осенним сезоном посадок. Вот если вы запланируете посадки осенью, с закрытой корневой системой, совершенно спокойно начинаете вот сейчас уже, в августе месяце и в сентябре, высаживать такие растения. Это самый лучший вариант для посадки. Те растения, которые росли в горшках, у которых правильная корневая система, я сейчас вам покажу, что значит правильная корневая. Друзья, сейчас я возьму небольшой экземпляр и покажу, как вы должны проверять растение, которое не просто взяли и посадили в землю перед тем, как вывести там куда-нибудь, а растение, которое росло достаточно давно. Смотрите, я беру, и вот все корешки полностью все оплели уже земляной ком, и совершенно видно, что это растение достаточно долго росло в этом горшке. Вот это правильное растение. Это растение, которое растет таким образом, это залог успеха и залог 100% приживаемости. Я желаю вам, чтобы все растения, которые придут в ваши сады, приживались на 100%. Я желаю, чтобы все растения, которые растут в ваших садах, радовали вас. Я желаю, чтобы ваши сады были здоровыми, красивыми, декоративными в течение всего года. Желаю вам всего самого хорошего и увидимся на моем канале. Пока-пока!